Всем привет, вы на канале Саша В5. Извиняюсь за качество и звук, у меня нету микрофона студийных и нету камер, экшн камер, так что слушайте то, ну смотрите то, что есть, просто слушайте эту музыку. Вам не нужно смотреть клипы, это чтобы было по красоте, а как бы музыка это нужно ее читать красиво. Ну я сделал пародию на парень с блока, пожелайте мне удачи. Фух. Выйду на балкон, гляну на двор, гляну на двор. Или как вы говорите, дерьмо. Со мной мой лучший друг Миша, эй. Мы с ним о чем думаем, о том и говорим. Если мама спросит, как вы, у нас тут только музыка, хип-хоп. Таких, как я, на дворе целый дом, целый-целый дом. И перед вами, сынок, и я обычный парень с улиц. Просто парень с улиц. На мне белая футболка, на мне белая футболка. Не ругайте меня сильно, я не курю табак и не бухаю водку. Я обычный парень с улиц. На мне белая футболка. Не держи меня за лоха. Пустая коробка, она выглядит неплохо. Мы играли в мячик, знатные атлеты, и проиграли в матче против малолеток. Я думал забить решающую трёху, но, блин, вообще не попадаю в раму. Пофиг, ну и без срока. И сейчас мы в режиме дома, смотрит телевизор. Я рад Богу, что была словно такому, как я, обычному, обычному парню с блока. Обычный парень с улиц, просто парень с улиц. На мне белая футболка, на мне белая. Не держись, блин, не сразу. Я не курю табак и не бухаю водку. Я обычный парень с улиц. Вау-вау, на мне белая футболка. Не держи меня за лоха. Русская коробка, она выглядит неплохо. Бесподобно плохо. Даже сказал бы, что отлично. Бесплатная, уличная, стопроцентная русская рока, на которой играют обычные парни с улиц. Йоу.